Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня зашел разговор о женщинах и бабах. Вот я думаю, если путняя женщина звучит как-то непонятно, вот путняя баба звучит как-то, да, уже гораздо более органично. Я вот от имени мужиков говорю, вот мы когда мужики сидим, допустим, там выпиваем или между собой общаемся, мы ни о каких женщинах не разговариваем. Каждый говорит, а моя баба там, туда, там... Да и женщины, я обратил внимание, тоже когда они выпивают или обсуждают своих подруг, они никогда не говорят там «хорошая женщина». Они говорят, допустим, там «баба» или там чего-нибудь. Конечно, я понимаю, из-за чего обижаются наши люди с зашоренными мозгами, которые русский язык уже забыли, а английского так и не выучили. Допустим, я вот так точно никогда не сформулирую, как технически подкованные люди. Есть такое еще понятие «баба» – рабочая деталь машины, совершающая полезную работу за счет удара после направленного падения. Подобный снаряд используют для забивания свай, ковки и так далее. Масса бабы может составлять до 30 тонн. Да, конечно, если знать вот это, но вы-то явно этого не знаете. Поэтому чего вы обижаетесь, я не знаю. Каждая из вас хочет хорошего мужика. Если ты хочешь хорошего мужика, ты будь бабой тогда. Потому что мужику женщина... не нужна, извиняюсь за выражение. Вот это я просто по-русски говорю. Она не нужна совсем мужику. Мужику нужна баба. Плюс к тому, кто такой мужик? Вот по сословным вот этим всем понятиям, графья, муэфья, они мужчины. Мужчина. Тут ключевые вот эти вот две части этого слова. Мужчина. Женщина. А все остальные-то были у нас на Руси. Мужички. Мужички, то есть все простые люди. Вот скажите мне, в Шимановске дворян, что ли, дофига? Или что тут? Тут все бабы да мужики. К тому же, вот, пацаны и мальчишки, это же тоже разные понятия, да? В принципе, для пацана-то круче быть пацаном, чем мальчиком. И еще такое забавное замечание. Мужик никогда не станет геем, а мужчина, сколько угодно примеров. Вот, пожалуйста, вам. Вот. И женщина, вот на мой взгляд, и баба, чем отличается? Женщина никакой смысловой нагрузки не несет. Женщина это просто самка человека. А баба на бабе и на мужике земля русская держится. Вы вспомните источники эти. Еще у нас девчата обижаются, когда их девками называешь. Девки у Чехова. С чего вы взяли? Вы что, Чехова читали? Ё-моё. Кто вам это в голову вбил? На бабах и на мужиках земля русская держится. Именно на них. А не на каких-то там женщинах и мужчинах. Если у кого было хорошо по русскому языку, вспомните, в каких еще словах присутствуют данные суффиксы. И вам все станет ясно. Прорвемся, мужики. Не переживайте, бабы. Женщины скоро повымирают. Останутся только живучие бабы. Главное не быть... рабочей деталью машины, совершающим полезную работу за счет удара после направленного падения. Подобный снаряд используется для забивания свай, ковки и т.д. Ну да, на вот это я бы обиделся на месте баб наших. Ну вот я серьезно говорю. Вот они когда между собой разговаривают, они, вот хорошая баба там или плохая. Ну никогда я не слышал, что в простецком разговоре кто-то подругу свою женщиной называл. Хоть убейте меня. Может быть я какой-то странный. Но на мужике и на бабе земля русская держится. Удачи вам. Наш язык богат. Если вдумываться в значение слов, то можно много интересного понять. Следующий выпуск будет про международное положение. С вами был Роман Халиман. Удачи всем. Не обижайтесь, не со зла. Я в слово «баба» вкладываю только самые положительные черты от русских женщин. Удачи вам.